с вами Мадио Медбед, и сегодня я буду говорить вам чисто с разговорки. Добрый вечер, друзья! Четверг, 4 числа, 4-го, 4 числа регулировали, но не 33 корабля лавировали, да так и не выловили. А потом протокол за протоколировал, как интервьюером интервьюирующий регулировщик, где чисто, да не чисто рапортовал, да так рапортовался. Про раз макропроходивший по городу, дабы инцидент не стал президентом на судебный прецедент. Регулировщик регулировщик, президентом на судебный прецедент, регулировщик регулировщик, акклиматизировался в Константинопольском Константинополе, где хохлатые хохлушки котом хохотали и кричали турки, которые иногда что-то обкурят трубкой. Не кури трубку, трубку купи лучше типа пик. Лучше пик. Пика купе, но придет бомбардир из Бранденбурга, бомбами забомбардир, да так, что некоторые чернорылы у него подол два раза рыл, вырыл и подрыл, но на самом деле турка не был в деле, да и Клара крали, в то время украла Кларю, пока крал у Клары, крал крарала, за что Клара у Клары, украла кларнет, а потом на дворе вдовы ворвали, два этих вора дрова воровали, но ни грех, ни смех, не уложить орех. У Клары с Кларом во мраке все раки шумели в драке. Вот и не подобомандировал ворам было. Зато разрядившая вдова убрала в сарай дрова. Раз дрова, два дрова, три дрова, но вместили все дрова. И два дровосека, два кола дроворуба, для расчувствовавшиеся варвары, выдали дрова вширь. До двора обратно на дворянский двор, где цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла, цыпленок же цапли цепко цеплялся за цепь. Молодец против овец. А против молодца сам овца, который носит сено. Сено в сане, потом везет Сеньку, Соньку, Санька на Саньках, Саньку скок, Сеньку в бок, Соньку в лоб. Все в сугроб, а оттуда только шапка и шишки, шип. А затем по шоссе Саша пошел, на шоссе Саша нашел. Санька же, Сашкина подружка, шла по шоссе и сосала сушку. Да притом у Соньки вертушки, во рту еще и три ватрушки. Аккурат медовик, но ей не дай медовика. Сонька с ватрушками во рту переполняет, жужжит. Как жужжится, жужжит, да кружится. Была у Флора в Флору, да что лавра? Она врала. Пойдет к лавру, но врала. Лавру она врет, что вахмитр. Вахметрши, ротмитрши, ротмитрши, а ужа, ужата, уезжа, ежата. А у него высокопоставленный гость унес трость. И вскоре опять пять ребят съели пять, опять пол четверти, четвертинки, чечевицы, без чертотовщины. До 1666 пирогов с вором. Вот это да, едоки. Из-под прокатурашной. И о всем о том колокола звоном развалим. Да что же даже Константин Зальцбургский, беспрекрасивняк, из-под поротин платера констатировал, как все колокола не переколоковать, не перевыколоковать, так и всех скороговорок не переговорить, не перевыколоковаривать, но попытка не пытка. Вот и все, друзья, учитесь у меня. Ой-я!